Сделай первый шаг к победе и поверь в свою мечту. Там, где спорт, там будут дети. Проект «Мой первый пояс» очень значим для нашей страны, для нашей федерации. Я хочу выразить огромную благодарность тренерам Гдесяну Ерванду Залибековичу и Арарату Залибековичу, которые вкладывают в наших детей много сил, отдают им свое терпение. Мне посчастливилось провести в 25-й школе в Старой Станице 10 ознакомительных уроков по дзюдо. На самом деле очень считаю, что нужный и правильный проект. Детям очень понравилось. Спорт начинается с детей. Мне очень сильно понравилось. Я попрошу маму, чтобы я сюда записалась. Я поняла, что я буду все остальные дни ходить на дзюдо. Силу, будет новый поворот. Мы поднимем руки к небу. Вместе мы одна семья. И одержим мы победу, друзья. Только вместе мы.